Доброе время суток, ребята. Отходим от специфики сегодня с NFT-проектами и играми с заработком. Да? Сегодня будет чуть-чуть другая история, на которой довольно-таки неплохо можно будет заработать. Вставляю сюда дисклеймер. Это никакая не финансовая рекомендация. Это не призыв к действию, это просто видео информационное, которым я хочу с вами поделиться. Начнем, наверное, с самого интересного, да, то, что большинство каналов в крипте и так дальше ориентированы на разные аирдропы, тестнеты и так дальше. И когда вы выходите к этим ребятам, допустим, на какое-то видео, да, там, что вот этот проект платит там $1000, 10 000 и так дальше, начинаете в этом разбираться, и там оказывается, что вам нужно купить где-то Twitter, сделать что, короче, кучу действий, подключиться к какому-то тестнету, добавить какой-то кошелек, потом что-то там где-то купить, какие-то транзакции провести и так дальше, и, возможно, вы получите, скажем так, токен данного проекта. Вкратце, это занимает кучу времени, усилий, денег, нервов, потому что что-то получается, что-то не получается, плюс в этом всем нужно разбираться. И некоторые люди, просто посмотрев эту всю штуку, да, говорят: не, ребята, это не для меня, этот заработок не для меня. С этого всего вытекло такое понятие, как автодропы, и есть конкретные, скажем так, компании, которые занимаются именно автодропами. Что такое автодроп? Это примерно за вас делают всю работу в той же самой тестовой сети, да, или еще какие-то действия на каких-то интересных сайтах, которые потенциально могут принести вам токены данного проекта, и эти токены можно будет продать. Только, скажем так, это все автоматизировано, и вам не нужно тратить кучу времени на поиск информации, не нужно делать много действий в разных тестовых сетях. Вы просто-напросто делаете, скажем так, покупаете подписку у тех или иных ребят, они вам, соответственно, заводят все аккаунты Twitter, Discord и так дальше, и все, соответственно, делают чисто за вас. Нужно понимать также, что это все связано с огромнейшими рисками и также само связано с с хорошей прибылью. Если мы будем смотреть по проектам, да, то большинство проектов дают довольно-таки много разных аирдропов, которые довольно-таки ценны. То есть некоторые проекты выкидывали и по $1000, и по 2, и по 5, и по 10. То есть тут все зависит от ценности проекта, да, и они, скажем так, за разные действия в сетях, скажем так, приносят довольно-таки ощутимые профиты. Но, опять же таки, возвращаемся к тому, что из-за сложности делать какие-то действия в каких-то сетях, появилась такая ниша, да, как автодропы, то есть люди за вас, скажем так, подключают, то есть делают вам все аккаунты, то есть Твиттера, Дискорда и так дальше, подключают вас к своей системе, синхронизируют, скажем так, ваш аккаунт, и ваш аккаунт делает примерно то же самое, что и делает данный человек. Я, в общем, наткнулся на вот такой вот сайт legendsgroup.net. Не буду о нем много разговаривать. Сейчас просто мы глянем, что здесь есть. Здесь разные есть проекты. По поводу данного сайта, сайт уже функционирует 14 месяцев, да, то есть это у нас не NFT-проект, то есть мы его не будем оценивать как NFT-проект. Здесь нет никаких смарт-контрактов, ничего. Просто есть проекты, в которые вносятся инвестиции венчурные. С этим всем очень трудно будет вам разобраться на начальном этапе, поэтому этим, в принципе, не нужно заниматься. Также ноды и аирдропы мы просто-напросто пропускаем, потому что здесь нужны подписки по 300, по $600. Да, как мне один человек объяснил, что этот сайт просто за, скажем так, ежегодную подписку дает вам лопату, показывает, где копать, а вам, собственно, нужно копать. Примерно как-то так. И у них недавно появилась, скажем так, вкладка «Автодропы».
Как мне объяснили, это коллаборация с одним из крутых проектов, да, который занимается, в общем, этими аирдропами. Там вся команда абсолютно открыта, то есть они предоставляют, скажем так, разные возможности. В общем, если вам интересно, вы можете углубиться в эту всю фигню. Но мне почему-то показалось, что это довольно-таки безопасный способ, да, войти в эти, в общем, автодропы. Почему именно здесь? Потому что был громкий нашумевший проект, да, который соскоманул много людей, но там, к сожалению, разработчики были в тени, то есть, соответственно, как-то так. А в этом, собственно, проекте уже разработчики полностью открыты, то есть там полная открытая команда, там, скажем так, проект от одного из довольно-таки громких людей, да, который, скажем так, в крипте сделал много миллионов, скажем так, и он сейчас ездит по разным криптофорумам, да, и, ну, то есть довольно-таки известная личность, опять же таки, хотите, изучайте это все сами. Теперь поговорим именно про сам аккаунт, да, то есть зарегистрироваться там как бы не составляет труда, если хотите, можете перейти по моей рефералке, будет замечательно. Один аккаунт можно создать 10 аккаунтов airdrop. Каждый из этих аккаунтов будет стоить $99. Здесь мы сразу начнем разговаривать про риски. Ну, во-первых, есть риск того, что проект соскамится, но я не думаю, что он, скажем так. Мы сейчас будем уже сразу разговаривать о рисках. Во-первых, есть риск того, что проект может соскамиться. Да, но риски такие везде есть. Я по своему, скажем так, опыту посмотрел на то, что делают ребята, да, оценил их, скажем так, для себя в приемлемые, и поэтому я буду заходить в этот проект. Второй риск – это то, что проекты, которые, в которых вам будут делать все активности, да, могут не заплатить там, ну, то есть не выкатить токен и не дать вам токен. Такие проекты есть, да, их не так уж и много, то есть там 10-20% примерно от общего количества. Ну и третье, это самое основное, да, что токены могут вообще практически никому быть не нужны, и они будут торговаться по маленькой цене. Ну, ребят, скажем так, из своего личного опыта скажу, что аирдропы, в которые входят ребята, они как минимум окупаются. Которые делают у себя фермы по 100 аккаунтов, по 200 аккаунтов и на этом живут. И это нормально. То есть много кто, да, получил с этого много профита и на эти деньги живет. Поэтому игнорировать это как бы бессмысленно. Теперь пробежимся быстренько, здесь есть факт, да, говорится, что такое аирдропы, за что проекты раздают аирдропы, для чего это все нужно, бла-бла-бла. Тут также само показывает, что как контролировать то, что выполняется, скажем так, с вашего аккаунта выполняется действие, вы тоже можете контролировать. Об этом мы потом уже более детально будем разговаривать на моих ежедневных обзорах, да, тут как бы цена входа $99, понятно. Что будет с кабинетом после 365 дней, потому что это подписка именно на год. То есть вы платите $100 за год существования вашего аккаунта, поэтому ее придется каждый год продлевать. Самое главное, да, мы доходим, в чем ваша выгода. Основная цель – это создать комьюнити, поэтому мы закладываем свою ликвидность для прохождения тестнетов. Также с каждого аирдропа вы будете отдавать 33% человеку, который, скажем так, будет этим всем заниматься, и 67% ваших. Плюс еще, считайте, $100 в год вы ему будете платить. Поэтому это довольно-таки хорошие деньги, да, для того, чтобы заниматься именно вашим аккаунтом. При этом, ну, у человека, скажем так, он минимально затрачивает ресурсов на это все. Дальше у нас здесь есть, как я смогу получить дроп, да, то есть на кошельки и так дальше. Просто придется там подключить свой кошелек и заклеймить это все, где можно увидеть, в какой дропе мы участвуем, в личном кабинете в разделе аирдропов.
Как быстро мой аккаунт начнет проходить активацию? 7-14 дней примерно, плюс-минус от того времени, как вы зайдете сюда, как отслеживать получаемые дропы информацию. Можно будет подключить телеграм-бота. Инструкция есть в личном кабинете, я не хочу туда заходить, потому что там, во-первых, моя личная информация, во-вторых, там как бы ссылка на бота. С ботом там все просто, то есть вы заходите, просто-напросто нажимаете на бота и, в принципе, можете там проверять все, что надо в этом телеграме, поэтому это, скажем так, легко сделать. Объясняется, что тестнет можно, ну, то есть все тестнеты там проходятся с вас автоматически и так далее, ну, то есть не нужно заходить, не нужно, в принципе, можете только проверять, или они делаются, или нет. У нас есть такая штука, как подписка клуба Legend Group. И сейчас я объясню. Помимо того, что здесь есть как бы коллаборация с этим проектом, и здесь можно купить аирдропы, да, еще есть такая подписка, как Legend Group. Она начинается с $300, то есть там 300, 600 и 1200. Соответственно, те подписки нужны для того, чтобы устанавливать ноды у себя на компьютере, платить, скажем так, за ноды. То есть вам там дают кучу разной информации для того, чтобы вы как бы постарались заработать. Уже, скорее всего, на других, скажем так, ресурсах, которые предоставляет данная компания. То есть это ноды, аирдропы и венчурные инвестиции. Поэтому здесь подписка не нужна. Соответственно, самое главное, что у нас в 15-м пункте говорят, что может, скажем так, токен упасть к вам через 3-12 месяцев. Есть проекты, которые платят, есть проекты, которые не платят. То есть это все нормально, и к этому, скажем так, нужно подходить с умом. При этом дополню здесь информацию, что за 99 баксов подписка, да, примерно вы будете участвовать около 30 разных аирдропах, да, то есть 30 разных активностей за год. Это довольно-таки круто, это довольно-таки много, поэтому как-то так. И, ну, в конце тут уже про рефералку идет, то есть если вы приглашаете своих друзей, то вы получите 20% от того, сколько они внесли. Допустим, если это они покупают один аккаунт, то это будет, скажем так, $20. Но вывести вы их не можете, да. У вас есть возможность, скажем так, купить еще один аккаунт, если вы насобираете там $100 на счету. Или же насобирать, допустим, на подписку самого сервиса там 300-600, 1200 долларов и купить себе подписку, и только с подпиской вы уже сможете конкретно выводить деньги со своих рефералов. План действий. Я изначально куплю себе 2 аккаунта и каждый месяц буду докупать по одному аккаунту для того, чтобы забить 10. Как мы видим, здесь осталось 2400 аккаунтов, но учитывая риски, я не готов сюда входить на $1000, плюс при этом для меня минимальный риск — это, скажем так, $200, поэтому мы войдем сюда на $200. Что мы делаем? Мы переходим в раздел «Финансы». Сейчас это все дело прогрузится. Пополнить счет. Здесь написано: отправьте USDT на адрес BEP20, бла-бла-бла-бла-бла. Нужно учитывать, что комиссия за прием средств примерно 2%, поэтому, скорее всего, нам нужно отправить примерно $204. Сейчас мы, собственно, перейдем в мой аккаунт Bybit и скинем сюда $204. Окей, мы у меня в аккаунте Bybit, здесь у меня немного денег лежит. Собственно, мы нажимаем «Вывести». Обязательно выбираем сеть BEP20, да, потому что, скажем так, только в этой сети вы сможете отправить туда деньги. Опять же таки напоминаю, что это должны быть USDT, спотовый счет. Здесь вверху мы просто-напросто вкидываем этот адрес, скажем так, пополнение. Загорается, скажем так, желтая кнопка, мы нажимаем «Вывести». Да, подтвердить. И сейчас нам нужно вписать коды с Google авторизации и с аккаунта почты. Я все ввел, деньги ушли
в принципе, все, можем возвращаться обратно. Еще одно, если вы, допустим, скидываете не с Bybit, а с какого-то другого аккаунта, да, там еще будет намного проще. То есть с MetaMask, самое главное, смотрите, чтобы это пополнение шло с сети BEP20, то есть это Binance Smart Chain. Окей, спустя каких-то 2-3 минуты мне пришли деньги на счет. Мы переходим в автодропы, активируем автодроп аккаунт. Здесь нужно написать название и написать mail. Я это все скрою, просто-напросто впишу mail и активирую сейчас. Вообще, наш аккаунт создан, быстро можно в него зайти. Вот я сейчас зашел, и сейчас вот такие вот тестовые сети, разные активности в разных сетях можно наблюдать. Через 7-14 дней наш аккаунт активируется, и эти все сети пойдут, скажем так, делаться. То есть здесь мы можем зайти на каждую, да, посмотреть, что здесь делалось, что не делалось и так дальше. И просто можем там раз в месяц заходить, проверять наш аккаунт. И все, теперь у нас есть бот, в который вы можете перейти из своего личного аккаунта. Там вы просто копируете ссылочку, переходите в Telegram-бот, даете свою ссылку боту, и он будет с вами общаться. То есть, если вам, скажем так, придут какие-то монеты на кошелек и так дальше, он, соответственно, будет вам писать, что вот вам пришли монеты с такого-то проекта, можете их заклеймить, забрать и, соответственно, потом продать. Теперь вот такая вот, ребята, информация по поводу проекта. Мне очень хочется в это все верить, потому что, ну, у меня нет желания в крипте именно вот это вот сидеть сутками, пытаться там какие-то транзакции проводить и так дальше. Для меня проще всего в таком вот способе участвовать. Но у меня есть люди, ну, знакомые, которые этим занимаются, довольно-таки неплохо у них. Люди, которые уже миллионы заработали на этих аирдропах, и, ну, не хочется пропускать движуху. Опять же таки, повторюсь, я хочу забить 10 аккаунтов своих, то есть типа на $1000 сделать аккаунтов, но сделать это все-таки постепенно, а не так, чтобы сразу залить туда $1000. Такое, ребята, у нас видео вышло, поэтому подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, что вы думаете по данной схеме, и до следующего видео.